Здравствуйте, друзья! Вы на канале Железова под названием «Садоводство по Железову». Вот, и я вас продолжаю знакомить с удивительными людьми. Вот, казалось бы, ну вот есть человек, которого знают. Нет, не миллионы, но десятки тысяч людей его знают. Вот, замечательный человек, волшебные руки. А так сложилось, что сейчас я покажу вам подряд два фильма. Оба ее, но второй фильм будет о моих книгах. Почему я считаю своим долгом это сделать? Объясняю. У меня завтра, 27 февраля, будет вебинар. А на этом вебинаре я покажу удивительные, страшно удивительные вещи. Обман вселенский, обман рассчитанный только... Нет, не на дураков, у нас дураков нет. У нас есть абсолютно невежественные люди. И им предлагают посадить семечко, и через 3 месяца... Нет, я не оговорился. Не года, через 3 месяца они получат 20 килограмм плодов. Вишни, черешни, вот, груши, яблони. Вы представляете это или нет? И ведь покупают, потому что это объявление висит минимум 5 лет. И оно повторяется. Вот поэтому мой долг, вот, противодействовать этому. И вот сейчас 2 подряд фильма. Первый, просто чтобы показать, что есть настоящее садоводство, огородничество. Вот. А второй фильм уже о моих книгах. Давайте начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вам обещала показать крошку. Обещала показать ее урожайность. Какой у нее потенциал. И сейчас я постараюсь это таки сделать. Крошка – это зимклоника. Вот с такими ягодами. Не совсем у меня, может быть, и получается вам показать. Но я буду пытаться. Вот посмотрите, ягода у нее крупная. Ягода для зимклоники очень крупная. Урожайность у нее даже выше, чем у купчихи. Ну, невозможно показывать, потому что все друг за дружку цепляется. Ягоды много. Она вот, смотрите, вокруг кустов она... Прерваюсь. Почему? Потому что вы услышали от меня фамилию волшебницы. Гречишникова Татьяна Александровна. Гречишникова. Вот. Почему? Потому что, хотя уже это не первый фильм наш совместный, но я хочу, чтобы эта фамилия запоминалась. Гречишникова. Лежит просто сплошным покрывалом. Здесь не знаю. Это она хочет, чтобы у меня инфаркт был от зависти. Специально, да, Татьяна? Очень-очень много ягоды. Вот только попробуй ее покажи. Да еще и не поднимаются цветоносы. В тени-то, наверное, вам вообще не будет. С другой стороны, уже солнышко. Отломала. И это только одна треть куста. С другой стороны, такое же количество. Но цветоносы я выломала, запрокидывая их так высоко. Все, перестаем мучить растения. Давайте нарвем, посмотрим на руке и попробуем. Вот, посмотрите на ягодки крошки в сравнении с моей рукой. Ягода у нее крупная. Не знаю, почему ее крошкой назвали, но неважно. Давайте понюхаем. Аромат очень насыщенный, чисто земляничный. Пойдемте пробовать. Чашелистик снимается легко. Так, если еще и пробовать, то точно инфаркт будет. Итак, спасибо, Татьяна. Мы сейчас перейдем ко второму вашему видеофильму. Но вначале, завтра будет у меня обычная лекция. Ну, подумай, 224-я. Так, вот. Вы узнаете
много интереса. Вы узнаете, что это делается, для чего это делается, как это делается. Вот. Почему у нас рынки опустели, тоже узнаете. А вот почему. Вот. Знаете, я буду рассказывать. Шоколовидного абрикоса ни одного нет на планете, а продают миллионами. Как это так? Вот. А вот это Экодар, который использует мою фотографию для того, чтобы у них покупали это самое. За 3 месяца от семечка до урожая. Вы думаете, я выдумал? Вот она, пожалуйста. Вот. И стоит это как 2 бутылки пива, причем паршивого пива. Вот. Ну и нарисованные фрукты, видите? Почему я это показываю? Потому что второй фильм наша уважаемая Елена Сана посвятила, Татьяна Сана посвятила вот чему. Итак, мы заходим в WhatsApp, так, и заходим вот сюда, вот сюда, вот сюда. Так, итак, я сейчас открою для вас вот эту вот ее фильм и послушаем, о чем он. Мне самому стало интересно. Ведь смотрите, такого человека, как волшебница Гречишникова, казалось бы, ничему уже научить нельзя. Смотрим. Здравствуйте, дорогие друзья. Получила посылочку от Железова Валерия Константиновича. Хочу показать вам свой заказ. Заказывала я косточки и книги. Так. Сейчас мы с вами посмотрим. Так. Вот то, что сверху 500 косточек. Я просто подарил человеку, которого я заочно влюблен, которым я восхищен, которую называю дочкой, вот, и сказал ей, а вот эти 500 косточек, а слабо, а посадите, а пусть растут, а впереди у вас 5-гектарный сад, вот, а это мой вклад. И вот теперь она в руках держит мои 500 косточек манжурского абрикоса, которые потом превратятся в полукультурные, они гибридные, у них благородные отцы. Вот, извините за невольную рекламу. Смотрим дальше. Вот у нас косточки маньчжурского абрикоса. Это маньчжурский ассорти. Ассорти, значит, собрано с десятка деревьев. Так, прошу прощения. Алло, Железов на проводе. Железов слушает, но если можно, разгар, если нет, перенести. Я прямо сейчас в разгар снимаю фильм. Да, буквально через полчаса я свободен, ладно? Ага, извините. Итак, что такое ассорти? Это значит, что вначале собираем с отдельного дерева, потом опять нападало, потом еще раз собрали. Вот уже получился абрикос сын манжурца номер раз. Вот уже с другого дерева сын манжурца номер два. А они вроде бы все разные. Вот потом наступает момент. Господи, уже столько все равно не продать. И наступает момент, когда я говорю, Юля, Даша, дети, внуки, собирайте все всех подряд. И в этом есть своя прелесть. В этом есть своя прелесть. Это и есть волшебство. 500 косточек, у одних папа королевских, у других папа, подчеркиваю, бай, у третьих академик. Вы думаете, не влияет? Даже без зачатия происходит влияние благородных отцов. Это есть такое явление. Мичурин называл это Ксения, сейчас это называется, это самое, телегония. Вот. Ну, мы в детали даваться не будем, просто у человека уникальнейшая коллекция. Уникальный сайт. Смотрим дальше. Это мне в подарок. Так, это я заказывала сертифицированные песочки. Это вот то, что я купила. Здесь косточки не все с
сыры. А, ну это манджурские, которые я покупала. Так, собственно, то, что хочу показать. Песок немножко просыпался. Книги. О, очень-очень приятно. С подписью от автора. Прям очень приятно. Приятная белая бумага. Красивые, яркие. Шикарно. Очень информативно. Собрано. Буду изучать. Так, это вот, ну... Здесь ей не повезло. Вот. Здесь есть пара нудных, она книга большая, рассчитана на самых простых людей, тех самых, кого дурят, что за 3 месяца можно вырастить от семечка и до 20 килограмм. За 3 месяца, да, на горшке прям, 20 килограмм. Вот. А здесь остальное, здесь 2 Нобелевские премии, остальное все как обычно, это просто мои записки, мои впечатления. Это уникальнейшая книга. Потому что это не нудная наука, она читается. Вот, как получала отзывы, пока не прочла, не уснула. Вот, и многое чего, все забыла. Это обычно женщины так откликаются. Все забыла, муж недоволен, обед не изготовлен. А я читаю. Вот это и есть. Это я передаю мнение других людей. А теперь послушаем нашу Таню. Новая книга, вообще великолепно выполнена. Жесткая обложка, красивые цветные, хорошая бумага, прям замечательная бумага, очень много фотографий показано, смотрите, раны показаны. Ну, в общем, учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал нам Ленин. Это книжечка в... Зато дешевая, 600 рублей. А теперь все. Теперь она уже 1000 стоит. Осталось их штук 10 на всю планету. Вот. И ни одна еще не досталась академикам, и они не знают, что в стране есть Нобелевские лауреаты будущие. А, нет, которых никогда не будет. Ну, такой клееный переплет, не шитый. Здесь тоже очень хорошее качество бумаги. Я люблю, конечно, в жестком переплете, в жесткой обложке люблю книжки, потому что... Но сейчас вроде клеевая основа хорошая, не разваливаются. Вот. Достаточно хорошая. Не, вот не трескается. Смотрю, клей хороший. Бывают некоторые, когда читаешь, они разламываются, и потом листочки выпадают. Но вот здесь качество клея, вот смотрю, пластично, не разламывается. Но качество бумаги отменное. И в руках приятно подержать, и фотографий много. Замечательно, замечательно. У Валерия Константиновича всего 4 книги. Одна вместе с Курдюмовым написана. Вот. Но вот сейчас можно купить в печатном формате только вот эти 2 книги. Одним из самых главных аспектов успеха является... знания. Но не просто знания, а знания, которые накоплены многолетним опытом, проверенные. Я хочу выразить огромную благодарность автору этих книг за эти печатные издания, за проделанную работу и за эту невероятную возможность счастья приобщиться к этому, изучить, а далее применить на практике. Я искренне надеюсь, что эти книги помогут мне в выращивании моего райского сада. Всем пока-пока. Так, ну а сейчас вы видите волшебные руки Татьяны Александровны Гречишниковой. Вот, то есть, можно сказать по-другому. Мы нашли друг друга. Это судьба. Вот, это будущее, ну, не зря все дочки называю. Вот, она успеет после меня сделать еще больше. У нее талант, у нее интуиция, вот, и она никогда не опустится до того, чтобы вот это вот, видите,
по нарисованных рисунках, вот они нарисованы, а подчеркиваю, так как в жизни не бывает ни одного, это все нарисовано. Вот, это другая крайность. А вот это рассчитано на тех, кто никогда не прочитает мои книги. Вот, кто почему ненавидит биологию, учился на 3 плюс 2, то есть 2 или 3. Вот, верит в чудеса, горшок посажу, 20 килограмм, 20 килограмм, еще 20 килограмм. Вот, и тогда я обращаюсь к редакторам вот этого вот сайта с вопросом. Вот. Современный Остап Бендер, если обращаться к Остапу Бендеру, ну, наш народ начитанный, знает такого великого комбинатора, который знал 400 способов отъема денег без уголовного кодекса. Я к нему обращаюсь. Остап Бендер, это ваши внуки? Вот так вот. Вот так вот, вот так и вот так. А вот это вот настоящее садоводство. Все, друзья, благодарю вас за внимание.